На улице сегодня ветрено, поэтому записывать приходится на GoPro-шку с микрофоном, защищенным от шума. Но зато картинка будет хорошая, будет хороший звук. Что интересного? Сейчас просто пройдусь, опять же, электрокротом по ранее вспаханному, потому что вот интересно, когда я пахал целину, получилось, что в промежутках, где шел редуктор, ничего не выцарапано, и там поднимается бурьян. Вот попробую сейчас этот бурьян убрать, чтобы просто сместить влево-вправо фрезы. Особой нужды в этом нет, но хоть бурьяна не будет. Как видите, идет сам. Сейчас все настроено. Настроен сошник, настроены настройки. Поэтому картинка очень красивая, картинка солнечная. Сегодня у нас аж 29 апреля. Может, сегодня картошку посадим. Сейчас пойду там еще немножко повоюю со своей вчерашней работой. Но я сниму, я покажу картину. Специально прошел первую грядку и хочу пройти первую грядку два раза, чтобы все-таки выровнять вдоль дорожки. Что-то у меня вчера не получилось ровненько пройти. Ветрено, если будет все-таки свистеть в камере, ничего с этим не поделаешь. А так сейчас вот этот весь мухуяр, все эти бугры постараюсь удалить, чтобы было без них. Работаешь электрокультиватором, я говорил, главное работать от провода. То есть провод у меня по среднему ряду, и постепенно я ухожу на боковые ряды. Тогда при каждом повороте я не вижу, что провод мне мешает. Он все время идет внутрь за культиватором.
Все разговоры о том, что электрокультиватор неудобен на большом участке. Ну вот мой участок в длину 100 метров. Ну почти 100 метров. Провода тоже у меня 100 метров. До конца участка мне хватает. Это целинный участок. По большому счету, я просто, чтобы его поддержать в состоянии незарастания травой, его распахиваю. Это уже край моего участка. В принципе, здесь может быть посадка. Ну, скорее, возле домика там. А так это, чтобы здесь просто бурьян и высокая трава не поднимались, я это перепахиваю. Если бросать культиватор и не придерживать его, он старается убежать. Но. Это еще черновик, будем так считать.